Луковица гладиолуса крупноцветкового Lemon Drop, Lemon Drop – шикарный сорт с огромными воронковидными цветками ярко-желтого окраса. Высадите луковицы в цветник в мае, и в августе клумба озарится солнечным блеском. Цветущие гладиолусы сохраняют декоративность на протяжении 2 или 3 недель, хорошо стоят в букете. Высота растения 110 см, длина цветоноса 50 см. Стебель нуждается в подвязке к опоре. В компанию к гладиолусу этого сорта высаживают растения с белоснежными, фиолетовыми, лиловыми или малиновыми цветками. Гладиолус крупноцветковый Lemon Drop – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Гладиолус прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола гладиолус крупноцветковый Lemon Drop можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания гладиолуса прекрасно подходит телепца А и открытый грунт. Расцветает гладиолус крупноцветковый Lemon Drop в месяц июль, август, сентябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы гладиолус могут быть до 80 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 10-12 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме мечевидный. Обратите внимание, что гладиолус крупноцветковый Lemon Drop – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.